Извините, очень голоден просто. Затренировался? Затренировался и забыл про еду. Поехали. Славик, давайте я попробую потестить. Я плаваю, пиздец. Я нихуя не могу ехать. Ага. Если Славик поедет, я поеду тоже. Сейчас потестить. Так, парни, всем привет. Я стрим запустил, если что. Привет. Здорово. Что там я хотел попробовать? Поесть, даем. Ну, давай. Минуту дайте, пожалуйста. Я просто, мне кажется, я расшибусь, еще не кидь. Расшибаешься передо мной, отправляешь мне в E3. Переотправляешь, вернее. А за лучше. Но базара нет, а за лучше. Я готов. Какой-то переигрывается. Похуй, помянем. Сейчас, секунду, у меня даже Соня торчу. Ярик, ты тут? Давайте, я последний. Славик, вперед. Отпусти его. Да, 0-0-0-4-0-5 где-то так. 0-3-0-2 ты упираешься в человека. Так, ребят, у нас чатик работает. Может кто-нибудь что-нибудь написать, пожалуйста? Спасибо большое, спасибо. Чатик обрубил. Егор, ты меня напугал, пипец. Забор. Да.
Спасибо, Виталий. Спасибо, да. Ушки у меня огонь. Давайте еще раз сразу. Можешь, наверное, с Кириллом поехать, если хочешь, если боишься сильно. Потому что я за Славиком 100% нормально буду ехать. Я за ним съездил 40 лет. Слав, едешь еще одну? Сейчас, минуту. Еду. Блять. Хорошо, шкану аккуратненько срежу, выйду к вам.
Чё, Злат? Если, Миш, короче, обсираемся, чтобы Славика не дергать, ты просто разгоняешь меня и встаешь за мной. Я, конечно, медленный пиздец, но... Иначе мы, блядь, Славика зря будем дергать. Нет, блядь, если вдвоем, я лучше давай, я буду ехать в секундах за вами, если кто-то из вас засрет, то мне поможет. Окей, давай так. Потому что мне в сэндвиче это самое хреновое. Понял, окей. У тебя есть еще топляк на круг? Посмотри, я, да, напрямую это доигрываю, но из-за того, что мир поворот приходит раньше тормозить, то... Да, я понимаю. Ну ладно, мы тогда вдвоем поедем. Не страшно. Да. Ну что, что мы говорили? Да. Все, окей. Блять, часы БСК. Я чувствую, плотничок будет вообще конкретнейший. Будет красиво, если всю гонку будет паровоз ехать. Давай, пойдем на брифинг. Всем добрый вечер. Начинаем брифинг перед четвертым этапом Кубка G-Drive 2021 года для Лиги Platinum. Этап у нас четвертый и последний. Чемпионат был короткий, но очень насыщенный. То есть он не был, он еще есть, но через полтора часа примерно закончится. И поэтому... предлагаю всем не портить друг другу настроение и закончить этот чемпионат на хорошей ноте. Так как этап последний, то это последний шанс улучшить свое турнирное положение. Но прошу вас помнить о том, что это также прекрасный шанс, чтобы его ухудшить. Причем, чтобы сделать второе, шансов будет намного больше. Поэтому призываю всех быть осторожнее, особенно на первых кругах. Гонка у нас длинная, самая длинная в чемпионате. У нас в Монце 2,5 тесных шиканы. Прошу вас помнить, что если перед вами две машины параллельно пытаются в такую шикану запихнуться, то одно из двух произойдет. Они либо столкнутся, либо очень сильно замедлятся, чтобы друг другу место оставить. И в обоих этих случаях, скорее всего, вам тоже придется замедляться сильнее обычного, чтобы это не стало для вас сюрпризом. По поводу самой трассы. Значит, границы у нас, как всегда, обозначаются белыми линиями. При обычной езде мы полагаемся на симулятор, который будет вам выписывать предупреждение за срезки при выигрыше времени. Но есть у нас старт-финишная прямая, где есть линия справа, и за этой линией есть пространство до питвола асфальтированное. Так вот, это пространство не является частью гоночной дорожки. Вы можете туда выехать, если для объезда какого-нибудь там завала на первых кругах,
Но если в борьбе ваш соперник занимает крайнее правое положение в этой линии, еще правее к питволу лезть не надо. А если вы все-таки залезли, то вас никто не должен пускать обратно. Сами ищите пространство для того, чтобы влиться. И еще раз напоминаю про белую линию на выезде из питлейн. Тут выезд прямой, не так, как в СПА. Надеюсь, проблем с этим не будет. Но линия эта длиннющая, почти до первой шиканы, и на всем ее протяжении ее пересекать нельзя. Под пересечением принимается касание ее любой частью автомобиля. То есть даже если вы там колесиком на 1 сантиметр ее задели, это все равно нарушение. То же самое относится к въезду на питлейн. Там перед разделителем такой островок безопасности зеленым закрашенный, его трогать тоже нельзя. На его конце стоит зеленый колышек, вот вы должны попасть в коридор въезда до него. После этого колышка заезжать на питлейн уже нельзя, это будет нарушением. На этом у меня пока все. Готов ответить на ваши вопросы. А где? Ну что ж, раз вопросов не последовало, то приглашаю всех по машинам готовиться к квалификации. А где это? Машина. А, вот он, блин. Подрубил, так что нет. Аккуратно. Так, а стрим уже идет? Да. Нет еще. А, нет. И не да, идет, я, блин, трансляцию найти не могу. Не, идет. У всех идет. Я слышу трижды. У меня стрим идет, а... Официальный стрим где? Не пойму. Что, его нет, что ли? Ладно, чёрт с ним. Да. Давай. Так, ну все, я готов. Слушайте. Так, друзья, всем привет. Недавно присоединившимся. У нас четвертый финальный этап Кубка G-Drive. Позади классный сезон, состоящий из трех этапов. На протяжении 6 недель, начиная с отборов, огромное количество пилотов были распределены по абсолютно разным, по-моему, 6 лигам. Круто, что G-Drive организовал такой турнир, где могли поучаствовать профи, новички. Мы видели классные трассы, СПА, вот сейчас Монца, Мизана классно, мне понравилось. Ну и напомню, что G-Drive это высокотехнологическое топливо, которое продается на заправках сети «Газпромнефть». Оно защищает двигатель и добавляет ему мощности. А мощность это то, что нам сегодня как раз нужно. Особенно трасса Монса, которая является одной из самых скоростной в этой игре. Мы поедем на очень низком крыле, точно сказать на каком не могу. Но, в общем, эта трасса не менее легендарная, чем СПА. На ней мы будем достигать огромных скоростей по 280 км в час. И особенностью этой трассы является первый поворот на первом круге. Это самое опасное, наверное, место в киберпространстве. Потому что очень легко... Ну, по сути, первый поворот, он как бутылочное горлышко, далеко не все его переживают, и сегодня очень вероятные завалы там. И каждый раз я вот... Старты на Монце это вот такие особенные. Особенное что-то. Вот. Ну что ж, сейчас пора начинать. Не сдохли, если честно. Я бы порофлил. Вон, ребята, переживали. Ну, блядь, не сдохли, это была бы карма за то, что ты над фотоном смеялся. Да, я отдали 5 секунд после финиша СПА. Слушай, я же правильно понимаю, что меня же тебе пришли в отришке? Ну, они в Москве. Они в Москве еще не пришли. В Владимире, батя их заберет, и да, и все. В 3, да. И все.
Как-то не солидно ездить на Нато 300 с педалями V3, ты знаешь? Так ДДФ уже едет. Что-то. Витя уже едет? Да, уже есть. Я тебе показывал заказ. Витя. Что, вообще? ДД? IQ? А, стоп. Я забыл. Но если та ДД, я просто другой ДД поставлю. Алло, алло. А, ты про слепстрим помнишь? Да, да, помню. Вот. За нами с Яриком пристраивайся. Да, да. Так, мы с тобой выезжаем, Егор, на счет 3, да, вместе? Ну, мы выйдем, а там на трассе сообразим. Да, главное, чтобы JSON быстро загрузился. Как он зовет? Ну да. Пацаны. Чего? Славик и Никита. Короче, выезжайте, я где-то в 2 секундах за вами просто ехать. Типа, если круг засрёте, то мне... О, поехали. Let's go, let's go. Помянем. А возить ведь нельзя, да? Не, нельзя. Жалко. Вообще не было. Я бы обузил. А что именно обузил? Типа вторую передачу? Да, да. А где Славик? Я выехал. Я верил. Мы рядом с Мишей, если что, Слав. Вот кинь колени. На хотлапе говорите, только если прям очень. Yellow flag, yellow flag, be careful. Вы сзади едете? Да, да, да. Ах, отпускаем, может, Егор, да? Поменяем. Мишу можем пустить, чтобы он... Да, меня с Мишей пускайте, и мы едем. Егор, мы меняемся? Давай. Витя, тебе нужно. Okay. Okay. Ребят, ну... Витя, ты куда? Витя, помчал. Куда поехать? Витя. Всё. Он замутился. Здоровья. Почему Иркулёв меня обогнал? Можно вопрос? Обгони его обратно. О, он не пускает. Пусть. Иркулёва не... Да, пускает и все. Ну обгоните. Так, я пытаюсь. Давай, да? Сейчас себя обгонит. Может пропустим просто, нафиг. Мы все равно будем за дело себе делать. Да, я не хочу, чтобы он нашим понятно ушел. Я чуть-чуть за это с контакта, но я прошел его. Так, хорошо, я готов. Я не полсекунды. Ярик, полсекунды. А, между две. Thank you.
Мы РТГшимся? Да-да. Я только сомневаюсь, что на главной прямой можно делать. Аккуратно. Можно и не трассы. Игорь, стой. Пап, берешь за дело или выезжаешь про обычно? Ну, просто выйду. Давай. Мерик, ты слишком далеко. Ничего, он мне даже. А, ты да. Мерджисон. Слав, ты зафакапил, подожди чуть-чуть. Все, едь.
Никита, если подашь мы? А хочешь разогнаться? Давай. Да. Тебе где, на прямой? Главное. Да, да, да. Окей. Ярик, постой. Никит, мне тоже сей потом раздашь. А... Ты спереди. Я вас слышу. Ты... Окей. Егор, а ты сейчас еще на круг поедешь? Да. Могу тебе дать слип. Слушайте, мне тоже дайте куда-нибудь. Сейчас я как раз перед вами сейчас всем раздам и Кириллу, и тебе, Ирик. Я на фаслаке. Ну, все верно. Гор, сразу вставай, чтобы времени не терять. После Аскари. Остаться, да? Я Кирилл, да, после Аскари. Чуть сброси, сброси чуть-чуть. Да, сбрасывай, сбрасывай. Давай, 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 давай. Спасибо. Красавчик. Почти. Спасибо. Красавчик. Красавчик. Ну, Ярик тоже красава. Вообще лучше. Витя, сколько? Ты вообще не нужен был сейчас. Блин, ну я хотел ему помочь. Не надо импровизации, мы все это специально тренируем по несколько часов. Ты не можешь просто взять, завалиться к нам и, ну, и вот в настолько сложном процессе участвовать. Слушай, ну он тоже хотел помочь, типа. Ну, хотел помочь, но там... Ну, не мы нужно. Мы с Никитой договорились, он влез. Зачем? Ярик, сколько тебе дало? Что-что-что? Сколько ты выиграл на это? 2-3 сотки. Да ты был далеко. Чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть. Типа... Ярик, ты побеждаешь... Смоляр, каким должен приехать? Ну, я не помню, что-то там, что-то 6-7, что-то в этом роде. Но я не читал, это примерно. Ну хорошо. Блин, надо посчитать. Так, все, парни, заливаем бак и едем без смены. Все правильно? Да. Да. Бля. Ладно, едем.
Сейчас я посчитаю. Так, можно в отдельный войс Никиту? Никита, да, сейчас, секунду. Минимум 8, спасибо, спасибо. 56 очков разница. Смотри, минимум 8 должен приехать при победе Ярика. Там даже хуже. Он минимум 8 должен приехать при победе Ярика. А ты каким приехал, Егор, в этом, на втором этапе? Вот он должен приехать ниже, чем ты на втором этапе. Ты приехал 8, он должен быть 9. Да. Да, он должен быть 9. Не, минимум 8 пишут. Восьмым, чтобы стать чемпионом. Короче, если смоляр... Блядь, что с вебкой? Почему она такая... Восьмой, тише. Ой, то ладно. Ярику, Слава, Ярику позицию отдаешь. Да-да-да. Не восьмой, девятый. За восьмое место 47 очков, там разница 54. Хорошо, девятый. Девятый. Так, топливо заливаем 87, да? Вернее, заливаем топливо G-Drive. Ну, едем полный бак и потом доливаем 58, все правильно. Друзья, кто не в курсе, G-Drive спонсирует данное мероприятие, весь этот чемпионат. G-Drive — это высокотехнологичное топливо, которое продается на заправках сети «Газпромнефть». Оно защищает двигатель и добавляет ему мощности. А мощность — именно то, что нам сейчас нужно. На такой скоростной трассе, ух! У вас, кстати, какое давление можете продиктовать? Я хочу сравнить. Я не буду палить. Ок. Давай я скажу. Давай. Смотри, у чего там полного бака 25.1, 26.1, 25.0, 25.9. Ну, у меня примерно так же. Ну, все, оставляй тогда. Так, сейчас приду. Ребят, смоляр сзади подъедет, когда прям надо будет бороться, как лев, как колунца. Но так как нас много будет, то нормально. Мы им большой буфер создадим. Никита. И осторожно, у него машина более легкая, он может на старте пройти нас. Да, слушаю. Если ты впереди меня будешь по ходу гонки, то меня надо будет пустить. Да, окей. И как бы оборонять. Ярик Славик. Да. У нас так, уже. Ярик тут? Да, подошел. Он на старт надо делать то же самое, что делал и Славик, когда мы старт тренировали. Понял, типа, чтобы не было места на машине. Носить тиммейтов. Да. Привет, Эдику. Ну, Славик не носил, я носил. Главное, ты не это, не репетируй. Мне надо быть в меню настройка или в самом сетапе, чтобы у меня резина грелась? В самом сетапе. Слушайте, я сейчас предвещаю, короче, Кириллов, ты один где-то в районе 4-го места. За место всех нас. А Кирилл каким понялся? Восьмым. Хорош. Ну, я проебал. Мог так-то быть. Никита очень хорошо проехал. Да, согласен. Я мог топ-3 быть, но я просто на лучшем круге засрался. Славик, я тебя люблю. Это висобай какой-то плохой круг. А где Черепенин? За мной. Нормально. 20 секунд. Там жалобы. Че, Миша, ты чемп, все? Я пока не знаю. 10 секунд. Я лев. Подожди, Миш, ты вообще какой? В жопе. Стей и сингл файл. Чисто а чемпион, можно. Миш, ты не можешь очень сильно помочь, если ты меня не будешь обходить. Бля. Мне подожди, тебя. Напаха лучше, чтобы ты. Не, я не говорю.
дожить. Если ты Данила будешь держать, то будет вообще офигенно. Давай постараюсь. У меня нулевое крыло, вроде максималка намного больше. Сколько там максималка? Не помню, в квале 274. У нас на любом крыле 270. Да, на левом гонке, короче, 270 на любом крыле. Почему ты загнил? А, чё? Чё? Чё я подал? У нас, похоже, Миша опять так, с ушами пылился. Парни, без мата. Хорошо. Меня не слышно? О, сейчас слышно. Слышно. Миш, тебя слышно? Ну, всё, ты просто игнорил меня, тварь. Некрасиво так делать, Михаил. О-о-о. Ты пал в моих глазах. Я пал. Где-то. Блин, уже 118 литров. Это быстро расходуется. Так а ты не на экономичных херачишь, бля? Ой, точно. Кто-нибудь стрим с маляра смотрит? Ну да, я вот сижу, смотрю. Да, честно. Я на втором мониторе включил с кайфом. А что, Кирилл? А сколько у него? У него закрыто, по-моему. Там на панельке у него написано в BMW. Ребят, просто приглядятся. Ребят, кто смотрит стрим Смоллера, скажите, пожалуйста, сколько он топ-то забил? А, Fuel Used, боже, какая машина дерьма. Блин, кому нужна эта информация? Для нашего душевного спокойствия. Проезжай. Проезжай, должен тебя пустить. Проезжай. А будет, блядь! Слав, я же тебе говорю, ты должен проезжать. Славик. Я не слышал, кому ты. Я ж тебя должен был пустить, я ж тебя срезал. Ну ладно уже. Спасибо, Боб.
Никит, не атакуй. Миша, слепчика дашь? Слева, я слева, я слева. Ладно, я по левой. Thank you.
Да, вижу, Миша, не переживай. Окей. Я по темпу, Миш, не выйти, но могу тебя пустить. Да, Никит, скоро ты мне прибегишься. Давай вот сейчас просто... Позже. Ты один. Жень.
машине. Давай, 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 давай. Бамдрафт. Сука, тупой жёлобов. Блядь, молодец. Немного. Трек твой. Давай внешний. Все, давайте в сэндвич я поеду. У нас нормальный такой сэндвич из шести машин, блять. Давай без луды. Ладно, пока напрямую. Главное, Данила не пустил. Угу. Да, я попробую пройти в салон. Маляру едет, пизда будет. А это забей уже просто.
По-моему, нас держит специально. Да. Если можете, мы пустим побывать. Пустите меня, я его, блядь, там. Или пропустишь? Егор, я сейчас могу выиграть. Машина на прямой не едет, повреждена жестко.
А кто первый в этом паровозике? Жолобов. Он нас прям держит. Очень. Он держит всех. А у нас в СМП команде, да? Ломать его? Я спонсирую. Подтолкните просто в славу. Главное не в повороте. Не дошли. Признаюсь. Хороший хита. Просто let's go. Суслава, дави. На внешней оставайся, он тебя оставит место. Я внутри, я остаюсь до конца. Желобов, меня на траву выберут. Я не знаю, выбивай. Можно драйвер своп? Да. Слава правее, завет, слава правее. Или ты не пройдешь? Не пропустишь? Зачем? Я ради тебя проводил. You're on the left. Сейчас все будем больше жопа.
пиздите. Грядите его, чтобы слепстрима выпал. Сколько смещений-то уже? Ярик, не надо так близко держаться. Ну дай пройти, я вам сейчас. Слав, ты говори в какую сторону? Не дам. Нет, Егор, дай пройти. Ярик, ладно, хорошо. Так отыгрывается позиция в паровозе. По одному проходишь. Ладно, ты проходи. Сейчас. Так, гряди на все или еще и нет? Еще здесь снаружи. Спасибо. Ярика даже лугу. Давай, Ярик, короче, когда подъедешь. Да. Куда черепень взялся? Сзади. Его развернули в шикане, по-моему, второй, в прошлом круге. Он в пяты поехал. Его развернули, он в пяты поехал. Ну я видел, он в питы заезжал. Да, он в питах был. Нет, а чего вы молчите тогда, блин? Он сейчас оверкат сделает. Он только что в питы поехал, на этом круге? Два круга назад. Блять. Ну ёбаный в рот, ну. К сожалению, только Витя мог видеть, когда он уехал в питы. Миш. Давай, вот я останусь. Давай. Спасибо. Я в пяти. Ты не превысил? Кстати, откуда тормозить? Шалобанов тоже поехал к питы. Миша, Миша. Позже. Ой, раньше тормози. Нет, ты просто... За что штраф-то? Мы одна команда. Есть команда зачет отдельный. Там мимо. Черепень впереди меня. Секунда. Наверное, может, в боксе? Ну, Ярик, давай, супер круг делай, и можешь, мне кажется, первый. У меня повреждение на 7 секунд, у меня нет прямой, супер круга не может быть априори. Зачем ты вперед просился? Ну, тогда был паровоз, я сильно приехал к тебе. Ты же все равно не догоняешь.
Если хочешь, могу тебя обратно пустить, если ты будешь быстрее сильно. Ярик, ты... О, давай, сейчас спущу обратно. Дашь пить из-за... Пойдно. Время не тратьте, пяты делайте, у вас сейчас черепень пройдет. Кто-то убился. Меркулев. Дисконнект у Никитоса. А сколько заливалось? Столько же. Егор, откуда примерно тормозить пяты? Просто no comments. Там слева конус, вот перед конусом. Нет, раньше. Ну перед это и есть раньше. Ты кому дали штраф? Жёлобов перед нами с черпением был. А, не, я уже на 48.3 иду.
я с черепением размер сделал. Блять! Так, ребят, зрители, пожалуйста, посчитайте, сколько черепенин отыгрывает по очкам у Ярика и у Абуладзе.
А чили пенинг какой сейчас едет? Четвертый. Понял. Кирилл, ты будешь впереди смоллера после питов? Пока что да. У меня 10 секунд запаса. Миш, давай черпение, жопу там плохо потемпали. Ну они друг друга разгоняют, а поэтому... Ну я их как-то прошел. Если что, пусти слово. Я уже. А, все. О, Коми, ходи, врубай там, третий подключится. Никита, если ты здесь, можешь мне каждый круг говорить темп смоляра? Раз в круг. Я флудить, мне кажется, много буду. Перетащи его в отдельный. Так и сделаем. Никита, посчитай по очкам, что там выходит. Подожди, слишком много задач. Кирилл, я в отдельный канал нас подтаскиваю. Давай. Окей. Да не, после прошлой гонки надо после... Сколько у вас литров сейчас? 74. На 79. Окей, спасибо.
Жара сзади. Давай, Слава, давай. Слава, при таких раскладах ты на пару очков все еще опережаешь Черепенина. Если что, не рискуй. Угу. То есть я вообще четвертый буду? Нет, ты второй. А. Я уже хотел сходить, блин. Так, ребята, а Яри какой там? Скажите, пожалуйста. Ярик на одно очко будет слабо бежать. Так что, Слав, если хочешь второе место, можешь попробовать. Ну, Ярик там тоже пропустите, если не звоните. На этой машине ехать невозможно просто. На убитое. Если догоню, буду толкать сзади. Девятый. Посчитай, сколько еще. А, да. Ну и что там Миша пропустит? Он прыгнул раз 10. Жестко тут.
Миш, ты должен Ярика пустить, я ошибся. Геркулев гений. Я проехал зону. Но у нас тогда Ярик, мне тут три. А, третий после черепенья, да? Ну или Слава должен черепень находить. Их тут мясо. Я обхожу жалобу. На семи штаб, конечно, не дадут, то я сейчас за Мишей. Я за Мишей. Все нормально. Каким должен Ярик передать? А? Все так нормально. Ну не, наверное, штаб этот за Иркулева там жестко было очень. Какая вереница за мной, это ужас. После гонки все не расходитесь, будем разбирать эту гонку.
Так, я третий или второй? Третий. Понятно. Ярик, ты четвертый. Да блин! Не-не-не, третий, извини. Егор, я сейчас очень близко был. Да. Да. Ярик седьмой. Это они впереди идущего? Да ты далее. Нет. Жаль. У меня черепенья надо не трогать. Не, лучше по ним, если можешь. Окей. Ой, можно я сойду, значит, вообще бред какой-то. Да, это чемпионат СМП. Видите, Ярика надо будет на 5 секунд отпустить. Что говоришь, Егор? Витя, говорю. Витя, услышал? Да-да. Я могу попробовать сдержать Жолобова, чтобы к нему подъехал Витя, обогнал и начал его сам держать. Не знаю, у меня уже во всех гонках штрафы просто. Ярик, не фуди. Миша, ты можешь пустить Ярика и сдержать Жолобу. Я не думаю, что сможешь. Спав, вспомни, как Жолобов нас сдерживал сейчас в эмоции.
славе какой-нибудь черепенин не изменит положение. Считают. Ребят, каким будет Ярик, если Слава будет щепенина? Ярик на финише, ну, допустим, Ярик будет на своей же позиции. Там Витя это людей тянет. Ярик может в Эстон приезжать. Окей. По полсекунды Смоляр Кирилла нагоняет, блин. Да. Мы не будем показывать, что мы... Если Слава пройдет Данил, то окей, но... Не, ну просто это... Ну их за это как-то гнобили, и теперь сами так не делают. Их не гнобили. Так в первые же они начали, мы ответим. Сколько сейчас жёлобов нас держал. Так что Смоляр на 15 секунд уехал. Чем больше, чем раньше ты начнешь это делать, тем больше у тебя шансов. Ну, мне ведь не останавливаться.
Спасибо, Миша, большое. Слезай. Да, спасибо. Расскажет. Ты ошибся? Да, я ошибся. Хотел желобу перетормозить, и это ошибся. Садыров будет в топ-3? Миша, you are legend. Ну, еще подожди. Пошли, кстати, такой.
Я их там еще между собой расставлял в дорогу. Ярик, половину призовых, Миша. Да, объективно. А если Миша еще и сам отстанет это на 5 секунд, то вообще будет... Славе, не мешайте. Кирилл, давай. Хорош. Слава прошел. Данилу чисто, ребят, посмотрите, пожалуйста. Сейчас черепение будет Ярика сдерживать. Ярик, проходи его. Егор, с лутерином капитан очевидность. Бабушка, конечно, постараюсь пройти его. Убили. Да. Ну, у меня прям легко. Если Ярик седьмой. Все нормально.
А не бачили пень гений? Это просто кринж какой-то. Да, просто напрямую. Ладно, я понял. Что случилось? Убил? Просто убил напрямую. Намеренно? Ну, конечно. Не расходитесь, под капот смотри. Ладно, я сейчас вернусь. Ярик, у меня лоб, пойди давай. Окей, the leader is on the final lap now. Give it all you can. Миша, а чё ты прямо поехал? Я сделал все, что мог. Как красавчик? Пиздец, я вообще нахуй заплачу. Три круга я его контуром атаковал еще. Резину чекните. Мне бесполезно, я всю гонку себе заруинил вот этим вот тормаживанием. Ярик еще любит. Че там, смоляр матерится? Не, он очень рад. Он, ну, типа, в смысле, такой гонки именно. Ты вот это он говоришь. Вот это прям. Он, да, там не в такой момент. На последнем круге прошел. А там Ярик нарисовал. А у кого-нибудь есть повтор старта?
да. Поздравляю. Скиньте. Кирилл, молодец, Егор. Спасибо. Стрим закончился? Нет. Закончи стрим, Егор? Да. Ладно, сейчас. Ладно, ребят, всем спасибо за внимание. Такая гоночка получилась. Сейчас будем с ребятами делать разборы. Все, с серьезными гонками у нас на сегодня, в этом году мы закончили. Это была последняя гонка. Давай посмотрим просто, вот как вот эти вот. Сейчас я на стриме хочу посмотреть. Как кого убил Шалобанов. Где там еще это? Жалобов меня выдавал. На каком круге, Миш? На 48. Вижу. Он полностью просрал точку торможения. То есть я там не брейк-тестил, ничего себе. Просто стандартный мод. Ну да, он просто взял и снес тебя. Ну типа я ушел на середину трассы и выпрямился. А ну ты успел полез... это сделать. А он, алло. Да, да, он полез просто меня убивать. Не, я вообще против всего этого говна, если честно. Я не хотел сразу. Я согласен. Я скинул Егор. Я знал, что это таком приведет просто. Ну... Мы им показали, мог. К чему это может привести. Я надеюсь, в следующих сезонах мы все больше этим не будем заниматься. Ну вот смотрите, у нас получается, ну как-то не знаю, мое мнение, что она последняя... А, ты уже закончил стримить или еще нет? Нет. А, хорошо. Ладно, тут пусть люди разбирают. А, Ярик, тебя как убили? Ну, там получается, он тебя отметил, как меня. Я испугался, ну, налево от травы. Ну и прям чуть-чуть его подел. И он потерял машину, но специально отлил ее в меня. Да там непонятно, мой контакт случился. Ну, я бы сказал, что там... Да. Ну, не знаю, блин, с одной стороны, твоя вина. Да, не, ну там обоюдно. С другой стороны, тебе бы пришлось, ну, тормозить, чтобы в него не въехать, а это, как бы, это уже, ну, к нему вопросы, соответственно. То есть ты первый туда перестроился, пошел его обгонять, и он... Да. Просто, по сути, под себя подставился, у тебя больше скорость была. Но ты мог избежать контакта, отпустив тормоз. О, газ. Хз. Скорее всего. Ну, это... С Мишей тоже спорно, на самом деле. Могут дать за смещение в зоне торможения. Ну, предупреждение, типа, как Смоллеру, предупреждение. Да, да, да. Позорно. Не, мне дадут ДТ сразу, но я не знаю. Стоп энд гоу 30. В чемпионате там 20 позиций, ну, типа. Я рассчитываю. Могут дать за то, что ты еще, ну, там, я руль не смотрел, но казалось, что ты влево сейчас смещался. Ну и чё, Смоллер так же сделал. Ебать, я третий в зачёте. Да. А, ну нормально, у нас топ... То есть они все равно обосрались, то есть, ну типа... Топ 2 у нас, ну как бы, второй, третий. Ярик, а чё с тобой случилось? Да. Его Данилу. Бред случился. Сначала Жолобов убил меня. Вот как, что произошло на старте? А, на старте там получается Жолобов
полезть меня обгонять. Слева был Славик. Ну, я, чтобы не пустить Славика, Жолобова, я затормозил позднее, чем он. Давайте просто я включу, давайте. Да, давай, да. Сейчас, я последний момент, что я хотел посмотреть. Что-то еще хотел посмотреть. Что хотел посмотреть, да. А может, наверное, как тебя Жолобов убрал? Или он уже тебя убрал? Кстати, я не смещался с торможением, по сути. Я сколько места было до... Еще раньше. Сколько я остался, когда... Там не было места на машину, а он почему-то решил, что надо позже тормозить, и тогда он прямо... Вот, ну тут... Я сейчас... Ты быстрее не закончишь, я объясню. А, я вспомнил. Смотри, что на старте. Тут, сейчас, короче... Миш, подожди. Миш. Сейчас, как... Куда он тут лез? Стоп. Куда он тут, блин, лез? Просто... Да, он просто тут тебя убил. На, блядь, тупой. Просто убил. А вы где, на стриме Егора, типа? Да. Сейчас я стрим вам включу. На, отдыхай. И непонятно, почему ему за это штраф не дали, на самом деле. Да ты что? А он не случайно не из СМП? Из СМП. О, ну то что ты спрашиваешь? Ну... Он всю гонку, если что, смещался просто, ну, типа, напрямую раза 4-3. Вот, посмотрите. Все, да, ну вот он в жопу ударил. Да. А чё ему штраф не дали, кстати? Да. Я не понял. Ну, видимо, они инцидент не... Как будто бы они инцидент не увидели полностью. Как они не увидели? Как можно было не увидеть? Пишут, что... типа рассматривается после гонки. Ну, да, давайте подадим на это протест и всё. Это Жолобов. Так, да? А чё толку-то? Не, ну можно, но если потом честно... Я... Подождите. А? А у нас это ничего не изменит? Не вообще ничего. Все, сзади вас все. Ну да. Черт, не сзади тогда, меня, короче, только не сзади меня. Ну вот, должны были дать в гонке, чтобы мы тоже понимали, что там, ну, плюс 15 минут. Ну не, гонки только нам дают, а им после гонки, если мы подадим против. Ну, парни, давайте все-таки... Ну не, ну это уже бред. Нет, Егор, это правда. Мы можем просто, ну, очень много ныть, но... Так это не нытье, это правда, то, что они подыгрывают им. Ну это уже, вот в этой гонке это уже явно видно. Ну, понимаешь, Егор, это уже явно. Жалобу должны были штрафы. Он еще на прямой столько раз смещался, типа, ну... Он в меня сместился. Никому не подыгрывает. Да, конечно. Вот, да, все придурки. Очень, знаете, так. Ребят, очень легко всегда сказать, что там против нас играют читеры, или то, что мы заведомо в неравных условиях. Егор, то есть ты не заметил, да, что Жолобов Ярика на старте развернул, и типа, я уверен, я на старте не смотрел, но за это я уверен, что, ну, я просто хочу, ну, сначала поговорить с судейством, почему ему не дали штраф. Как? Почему? Потому что он в команде. Да. Блять. Блять, ну а чё, как, если нам дают штраф там за пол сантиметра на белой линии, а им дают штраф, вот чел просто разворачивает. Потом на прямой 100 раз смещается. Ладно, я вообще хотел другой. Открой, где Жолобов оборонялся от Славика. А Ярику за 5 секунд за что? За... Ну, и там весело было. За... Это опять с Жолобовым. Когда, помнишь, они начали... За Жолобовым? Нет, там на самом деле, если честно, я удивился, что так мало. Но сейчас просто, если ты переведешь на инцидент, когда они начали раздавать Жолобова все вместе. Там сначала Славик, потом Миша прошел его. Не, я хотел вот посмотреть. Я его, кстати, красил тоже. Тот круг был очень веселый. Смотри, помнишь, Ярик, как ты... Че? Помнишь, Ярик, как ты в СПА Смоллера толкнул? Помню. И что... Да. Потом паниковал. Вот. Но смотри, подожди, здесь же ты... Ну-ка, ну продолжи, давай. Здесь же ты не поворачиваешь у него, как бы? Нет, не поворачиваю, еду. Ну, а там поворачивал Смоллер. Ну, там ты в последний момент все выжил. Ну, мы в итоге там оба друг друга поворачивали. А тут просто в тебя поворачивает Черепенин. И что, правильно, ничего. Не, ну тебе тогда тоже ничего. Ну, вообще-то здесь-то какой круг? Тут вообще можно давно было расследовать, то там были последние минуты гонки. Не, ну они тоже это сначала заметить должны, чтобы расследовать. Они... Не знаю, наши инциденты они всегда почему-то замечают. Они... Да нет. Они... У них таблица, которая
система, которая регистрирует контакты. Если слабые контакты, она не регистрирует. Ну просто сейчас на Ярик напиши протест. Ну, ради прикола. Не, ну протест, конечно, надо написать. На жалобу? Надо успеть, да, надо успеть написать. Потому что сейчас там пройдет 20 минут, и все, уже нельзя будет. А зачем писать протест? В смысле, зачем? Посмотреть, может, им вообще не будут давать штраф. Может, это нормально. Может, так можно. Может, можно на старт в жопу въехать и идти дальше поехать. Не, ну нам нельзя, им можно. Просто это смешно. Да. Нет, ну это... Егор, открой, где ему жалобу пока. Да, знаешь, там еще, там еще вопрос. Жалобу? И что? Да, да. Где я жалобу прохожу. Это где-то я, где-то минут 30, минут 20 до конца, типа. Вот ты проходишь жалобу. Смотри. Смотри, раз он мне место так не оставил, потом отъехал. Оп-оп-оп. Я думал, сейчас развернёте здесь. Он оставил тебе место. Нет, не оставил. Тут оставил. Граница трассы — это белые линии, Егор. Да. Нет. И он не имеет права так делать, он должен оставить меня до белой линии. Хорошо, подай протест, послушай админов. Дальше с ним. За это тебя штрафовать никто не будет. Смотри, смотри дальше. Смотри сейчас. Оп. Не-не, вот сейчас в повороте, смотри, что просто. Меня тут нет, типа. Это правда нету. Просто поворачивай, меня тут нет. Я невидимый. Ну, подожди. Я не знаю, он прям хотел, чтобы я его выбил или что? Ну, тут да, он. Я никогда не ехал по этому зеленому поребрику. Вообще, я бы не ехал. От тебя и абсолютно сам вот эту ситуацию. На меня перекачись, посмотри дальше. Там смешно. В плане там жестко было очень. Не, я просто я видел, как он переславил, как еще. Вот смотри, смотри, смотри. Раз, два, три. Вообще будет. Ой, там жестко было. Сейчас вспоминаю. Не, не, подожди, подожди, смотри, 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 смотри. Еба. Смотри, смотри, смотри. А, это те за небезопасность. Правильно, Ярик, ты. Подожди, а у него типа безопасное возвращение? Все. Ну, вообще-то Ярик его снесло. Геркулёва снесло. Изначально. Смотри, вообще-то меня тоже выдавил. Он из СМП, скажи да, спасибо, что не забанили. Ну, смотри, а его, а Ярик тоже. Смотреть на вещи объективно. Вот ситуация, да? Ну, здесь я не говорю, что я несправедливо получил штраф. Вот контакт первый, да? Который ты инициировал. Ты его выдавил за пределы трассы. Ему, чтобы остаться на трассе, да? Он просто вынужден был как-то вернуться в нее, да? Вот он возвращается. Вот ты, собственно, опять же, все еще по твоей вине ты отлетаешь. Не, я сейчас уже сейчас, ну, тут уже. И все, дальше смотри, у тебя скорость 147, у них скорость 166. Ты да, возвращаешься и нет, ты едешь просто паузу, на паузу, 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 поставь, паузу, поставь. Вот смотри за ним, вот за ним, смотри, вот давай, плей. Назад. Ну, медленно поставь, его же носит, очевидно. Вот его? Да. Да. И что? Нет, в смысле, не и что? Не жёлтого, Геркулёва. Ну, вот. Бывает и вы... Бывает, ну у меня тоже бывает. Ну, и у вот, вас... Вот, пожалуйста. Не каждый круг вы там выходили идеально. Зачем ты прям туда лезешь? Вот к ну, тебе вообще вопрос. Зачем ты... Вот ты выехал, да? Зачем ты идешь туда? Зачем Егор, тебе это нужно? Потому что я не могу, ну, как бы, скажем так... Не, ну она бы просто развернулся бы, если бы я... Ну, либо газ пришлось бы бросать. Почему? Ну, вот, потому ты что... Едешь, ты, вот ты сейчас едешь прямо. И вот сейчас ты приехал вот конкретно сюда. Ты мог... Я сорвало ее, посмотри. Это максимально... Ну, с той скоростью это максимально, как можно ну, было повернуть. Ну, правильно, это выход из скоростного поворота. У тебя самого не каждый круг ты там проходишь 100% стабильно. Да и к тому же желтые флаги уже были. И, собственно... Геркулёв должен был аккуратно ехать. Не, ну тут ты полностью не прав. Ну, это очевидно. Нет, я ну, не считаю, что здесь полностью на мне вина лежит, но я не считаю, что справ мне дали, здесь штраф дали несправедливо. Ну, в плане не считаю. Это не 5 секунд, по-твоему? Нет, это, в принципе, нормально. 5 типа... секунд это еще, ну... Это... Слушай, алло, ну здесь как бы его тоже вообще не что? Ты... Куда, подожди, куда машины смотрят Геркулёва? Я вообще в шоке. Это, получается, тебе дали... Чувака убило, а... Тебе 5 секунд дали. Это вообще фигня. Ну, вообще-то да, тут... Судят по факту, не по последствиям. Да.
тут, типа, ты можешь обратно, я тебе опять же говорю, что впереди желтый флаг, опасная ситуация. Ну, типа, вообще-то, по правилам гонки, когда желтый флаг, ты должен вообще сбрасывать газ. Регламент, читай, что-то про желтый флаг написано. Ну, там может, ноль, здесь там нет. Там ноль ничего про желтый флаг. И нигде в симрейсинге вот, на желтый флаг никто никогда не обращает внимания. А, ну, тогда зачем он нужен? Ну, в курсе, ну, это он так чисто декоративная штука. Егор, тебе показать или мне за желтый флаг давали штопать? Брифинги этих чуваков, послушай, и они все говорят, что это желтый флаг, типа нельзя там супер делать. Ничего они не говорили сейчас. В спа они про ну, желтый флаг не говорили. Не, Егор, конкретно сегодня не говорили, до этого в других этапах говорили, да. Нет, ну, типа, вот в этой ситуации я считаю, что, ну, окей, штраф справедливый. Типа. Ну, все, справедливый. Пацаны, понимаете, вы должны уметь смотреть на вещи объективно, что тогда вы не будете... Иначе вы просто привыкнете каждый раз по любому поводу искать себе оправдание и больше выводов не делать. Посмотрите, Смоляр 4 гонки выиграл. Вы лучше... Вот... Алло, как он их выиграл? Бельгию он выиграл, вот потому именно. Что мне дали штраф. Вот здесь именно. Он тоже выиграл, потому что, ну... Вы лучше смотрите так, чтобы старты не просирать, чтобы друг друга лучше взаимопонимать и так далее. Вы вместо вот всего этого, вы концентрируетесь, ваше внимание концентрировано на вот то, а, здесь нечестно, здесь не то, здесь они козлы, то все. Егор. Это вообще вот, ну, это очень низко, ребят. Егор, давай завершим стрим, пожалуйста. Да, давай. Егор, заверши стрим, и тогда уже поговорим. Все, ребят, мы завершаем стрим. Всем спасибо за внимание, всем счастливо, всем пока. Последняя серьезная гонка в этом году, но, надеюсь, не последний стрим. Все, давайте, все, я надеюсь, я еще ворвусь в стрим. Всем пока, всем пока, всем пока. И сос лайки за объективность.